Здравствуйте, меня зовут Мария Никифорова. Я актриса театра и кино, родилась в 1965 году. В 1984 году поступила в Москву в Щукинское училище. В 1986 году перевелась в Ленинград в класс Льва Абрамовича Дозина, был гитмик. Закончила в 89-м и поступила работать в Академический малодраматический театр, Театр Европы. По сей день в нем тружусь и работаю. Особые навыки. Владею инструментами, скрипкой, фортепиано, гитарой, вокал. Пишу и сочиняю музыку как композитор. Рисую картины. Буду очень рада сотрудничеству. Спасибо большое.